когда ты проводишь выборы в прифронтовой зоне, там у людей совсем другие предпочтения, совсем другие императивы называются. И если здесь еще ставится вопрос о том, чтобы там дороги какие-то были, да, там на местной повестке дня, чтобы было отопление, отремонтированные дворы, чтобы из местного бюджета, допустим, учителя получали какую-то надбавку, если город себе может это позволить зарабатывать, то там крайне все просто. Там называется «лишь бы не было войны». Лишь бы не стреляли. И вот такие очень сложные вопросы зачастую находятся, знаете, люди склонны воспринимать очень простые ответы. То есть популизм там может там давать фору популизму на всех украинских территориях.